Приветствую всех любителей игры Shadow Fight 3. Вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и сегодня на обзоре уникальные карты фракции Вестники из события Фестиваль Цветения. Первая карта – шлем, весенний демон, теневая способность – извержение. Следующая карта – доспех, вишневый фантом, теневая способность – подрыв. Далее – оружие Глефа, лезвие Грезы, теневая способность – гарпун. И последняя карта – гарпун, лепестки стали, теневая способность – молния. Напишите в комментариях, какая карта вам нравится больше всего. А также мы посмотрим на три спецприема для карты лезвия Грезы. Первый легендарный спецприем – косарь, второй спецприем – эпический, флагшток. И третий редкий спецприем – тройной выпад. Начнем с теневых способностей карт. Первая карта – лезвие Грезы, теневая способность – гарпун. Давайте посмотрим, как выглядит удар этой способности. Советую вам производить этот удар, находясь не вплотную к своему сопернику. В противном случае удар проходит впустую. Для нанесения точного удара достаточно сделать один шаг назад. Следующая карта – вишневый фантом. Теневая способность – подрыв. Предлагаю посмотреть, как же выглядит удар этой способности. В случае с этим ударом советую вам находиться вплотную к вашему сопернику, иначе попросту будете сотрясать землю, а ваш противник не получит урон. Следующей картой будет весенний демон. Теневая способность этой карты – извержение. Как же выглядит удар этой способности, давайте посмотрим. Этот удар лучше всего производить после того, как вы оглушили своего соперника, и он приходит в чувство. И последняя карта – лепестки стали. Теневая способность – молния. Предлагаю посмотреть, как же выглядит удар этой способности. В случае теневых ударов с помощью метательных оружий, советую вам производить удары во время того, когда ваш противник встает на ноги после вашей предыдущей атаки. Это были теневые способности карт из события «Фестиваль Цветения». Пишите в комментариях, какой теневой удар вам понравился больше всего. А теперь хочу дать вам совет, в какой последовательности производить теневые удары. Первый удар наносим с помощью способности «Гарпун». Не забываем находиться чуть дальше от своего соперника. После этого удара ваш противник будет у вас в ногах и молить о пощаде. Но вы должны быть беспощадны и мгновенно нанести удар с способностью «Подрыв», так как этот удар нужно производить вблизи своего соперника. Следующий удар должен быть способностью извержения. И заканчиваем теневые удары с помощью способности молнии. Если вы знаете комбинацию лучше, пишите в комментариях. Далее предлагаю вам посмотреть на спецприемы карты лезвия Грезы. Их всего три. Первый спецприем легендарный – косарь. Давайте посмотрим, как выглядит комбинация ударов этого спецприема. Второй спецприем эпический, называется флагшток. Предлагаю посмотреть, как выглядит комбинация ударов этого спецприема. Третий спецприем редкий, тройной выпад. Давайте посмотрим, как выглядит комбинация ударов этого спецприема. Из трех спецприемов больше всего мне понравился третий, тройной выпад. Он выглядит более эффектно. А какой спецприем понравился вам, пишите в комментариях. Следующее, на что мы посмотрим, это обычные удары оружия лезвия Грезы. Начнем с комбинации стик вперед и нажимаем удар рукой. Следующая комбинация стик назад и нажимаем удар рукой. И получается удар с разворотом. Эта комбинация эффективна, когда вы находитесь далеко от соперника, так как пока вы совершаете разворот, соперник может нанести удар по вам. Далее комбинация стик вниз и удар рукой, и начинаем шинковать ноги вашего противника. Последняя комбинация стик вверх и удар рукой. Для нанесения урона с помощью этой комбинации соперник должен находиться рядом с вами. И напоследок предлагаю посмотреть вам на теневые удары с эффектом замедления.
Это был обзор уникальных карт фракции Вестники из события Фестиваль Цветения. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если у вас есть замечания или советы по этим картам, пишите в комментариях. А также напишите, на какие карты сделать следующий обзор. И чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. А вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока-пока.